это моя звездочка. Ассоциация получилась, если горожанин покупает корову, то куда он ее может поставить? Естественно, только у нас на балконе, да? Ну и в итоге вот пришла идея, что почему бы не предложить городским жителям приобрести, значит, корову и передать ее в аренду. Где-то у меня может трехлитровку выдать сразу. Молоко вкусное, хорошее. В договоре у нас прописано, что мы страхуем эту корову, раз. А во-вторых, по условиям договора каждый год корова приносит теленка. И этот теленок является уже собственностью фермера.